Многие доктора защитились на эту, по этой проблеме. А я вам расскажу, как все происходит на самом деле. Жил я себе, жил, не то жил, блин. Ну, встречался с обычными девчонками, блин. Все как у людей, блин. Увидел, познакомился, блин. Ну, завоевал. Все. Съехались, начались отношения. Здесь охота ведется на вас. Ребята, жертва – это мужчина, блин. Без всяких шуток, блин. И такое чудо женской природы встретилось мне на очередном выезде, блин. Поехал на вызов, думал, сейчас приеду, дам по шее. Люди привыкли тыркать кнопки в приборы, блин, и дергать за провода. А мне ездить по вечерам и чинить все это дело, блин. Приезжаю, блин. Сидит худенькая девчонка, где-то 1.75 м. Стройненькая, все при ней, светленькая, блин. Я не успел опомниться, слово за слово, блин. И уже через несколько дней переехал к ней жить. Ребята, все, что вы делали всю жизнь, и то, что привыкли делать, забудьте, блин. Теперь ухаживают за вами. Вы попадаете в мужской рай. А рай – это там, где ухаживают и танцуют вас. То есть вас будут там танцевать по полной программе. И в душе вымоют, и носочки свежие оденут, и накормят, напоят. А в свободное время вас так любить будут, что сточат вас по самое не балуйся, блин. И это, кроме всяких шуток, это такой кайф. Вы думаете, что встречались страстных женщин? Возможно. Но тут выкладывается человек настолько... Настолько 300-400%, она прямо тает у вас в ваших объятиях. Вы настолько себя начинаете чувствовать мужчиной. Оказывается, для того, чтобы доставить удовольствие женщине, не нужно стараться вам. А нужно просто любить. Обычно любить. А все остальное, это у нее заложено внутри, блин. Вся эта страсть, любовь, блин, вся эта нежность, ласка, блин. И кончает она, как пулемет, блин. И глазки закатывает, блин. И извивается вся под тобой, блин. Это мама, не горюй. Вот это вот действительно рай для мужчины, блин. А когда вы утром встаете, блин, вы не уйдете просто на работу. Естественно, вас покормят, утром отлюбят, ботиночки завяжут. А когда вы спуститесь по лесенке вниз, услышите легкий стук в окно, блин. Тюк-тюк-тюк. Повернетесь, а она из-за занавесочки голенькая высовывается, блин. Димасик, машет, блин, возвращайся после работы. Вот что значит такое, блин. Настоящая, блин, женщина. Так вот, есть оборотная медаль всей этой страсти, блин. Насколько вас хватит. Нам немножко повезло с этой девушкой, блин. У нас одинаковые взгляды были, ну, по поводу сексуальных предпочтений. Поэтому мы протянули достаточно долго, блин. Потом... Ну, поверьте мне, что да, это как... Я же не отбойный молоток. Но всему же приходит этот самый предел, блин. Это же, ну, постоянно, блин. Любая свободная минута, это тебя тащит в кровать. А если не в кровать, значит, в любом свободном месте, где есть только доступ. Так что, ребята, потихонечку я стал задумываться, что делать дальше. Ну, думаю, меня так просто не возьмешь. Думаю, буду использовать позы,
где она сильнее напрягается, то есть сверху. И вы что, думаете, она сдалась? Нифига подобного. Ручки не держат тоненькие. Ручки устают, блин. Ножки разъезжаются, а она продолжает и продолжает. Тебя вколачивать в эту кровать. И так опять продолжалось долго, блин. И в конце концов я стал действительно сдался, блин. Мне это дело не победить. И потихонечку стал отлынивать, блин. Я в голове не мог представить такой мысли, что когда-либо в жизни, что я буду отлынивать от секса, блин. Это для меня было дико, блин. Вообще нереально. А тут, да, да, я действительно стал задерживаться на работе, блин. Я стал говорить, я устал, туда-сюда. И вот после этого потихонечку стал разлад. Сначала пошли обиды, а потом пошли угрозы, блин. Вам когда-нибудь женщина угрожала, блин? Что, если ты меня со мной сейчас не будешь, блин, я тебе устрою, блин. Я буду искать другого. Ну и так постепенно, постепенно, блин, все, разошлись. Но самое ужасное в этом деле, блин, что я запомнил, как она себя ведет. И после того, когда встретил другую женщину, блин, и у нас произошел этот сам любовь. Я думаю, это же... Ау! Ау! Она лежит, улыбается, блин, там. Постанывает, блин. Я говорю, ау, ты здесь, подруга, блин? Ты где? Все остальные женщины после такой нимфоманки, блин. Это просто бревна, блин. Вот такие вот пироги. И с ней никак. И без нее хреново. Поэтому они называются роковые женщины. Потому что после встречи с такой женщиной вам пипец. И отходить от этого состояния приходится достаточно долго, чтобы вернуться в нормальное русло. Потому что я, извиняюсь, не автомат и не этот самый, не отбойный молоток, чтобы долбаться с утра до вечера, блин. Хоть какие-то должны, блин, другие занятия дома быть. Вот такая вот история, блин. Но все равно я рад, что встретил такую девчонку. Ладно, всем спасибо, всем пока.